раб. И тот актер с его заемным слогом, и тот меня сильнее. Он хотя бы порывом вымысла, пустой мечтою, воображением душу воспалит. И все получится само собой. Выходит из себя и входит в роль. Из-за чего? Ах да, из-за Гекубы. Что он Гекубе, что ему Гекуба, чтобы пролить над ней потоки слез. Вот как бы сыграл он подлинно и грубо, когда бы не на сцене, а всерьез. Что сделал бы, была бы на то причина. Беда такая, как моя беда. А я стерплю. Двуликий точно Янос! Еще я не такое проглочу. А здесь на троне выродок кровавый, блудливый и невнятный негодяй борит себе над датской державой. Вопиют возмездию ад и ад. И чем разумнее, тем трусливее тварь. Естественной решимости румянец припудрен бледной немощной рассудкой. И немощной мыслишкой пересчитан великого деяния хребет. И действие утрачивается. Офелия, в своих молениях нет. Поменьше грехи.